расскажите, вот было сегодня, стало известно, что передано помещение, да, художественный музей, что это за помещение? Ну, директор музея обратился к мэру в разрезе того, что сложилась очень сложная ситуация у них с запасниками, которая ни площадь их, ни качество не позволяло хранить музейные экспонаты в соответствии с необходимыми требованиями. Мы провели работу совместно с руководством художественного музея, предложили им несколько объектов. Этот объект когда-то был музеем огня, так называемым. У нас арендовали, ну, аренда закончилась, как бы не стали продлевать данный музей. Мы предложили, в конечном итоге он подошел по параметрам, и согласно нашим процентным ставкам за 1 гривну мы им, как коммунальной установе государственной, мы им передали в аренду. Это зарплатный тариф? А? 1 гривна. 1 гривна. Да, что за помещение? По какому адресу? Там, по-моему, около 80 метров. Военный спуск 6. Это что? Это настоящее здание? Нет, это цоколь. Это цокольный этаж? Да. А чего тут здание? Здание. Жилого администрации? Жилого.